Нихера себе, чувак у нас. Да. Чего? Статья. На 113-м? Угу. Ну так это ж этот, клан Джова, все дела. Фиолетовый, что ли? Да, то, что фиолетовый, то одно, а то, что 82 тысячи боев и фиолетовый. Да, это статист. Но не меняет того факта, что он из клана Джова. Ведь там он, Руслан, спрашивает, стоит покупать Проджета 66? Нет. Вся ветка Риночеронте такое себе. Вообще не стоит. Риночеронте — это стандартный танк, у которого нет ничего, кроме эльфы. А, понятно, мы вдвоем здесь, да? Прикольно. Не, почему СТБ-ха еще? Что мы здесь делаем? Если они будут тут проезжать, они засветятся. Они тоже фланг кинули. Вот, только ЛТХ. Накрыл. Видишь, они вообще не поехали на этот фланг. Только одна ЛТшка. Да, там что-то просто... Да, ПТшка, может быть, стоит и все. Там фулл тима играет на тяжах. Сейчас ТЛТ подсвечу. Ну, просто надо промазать. В такую толпу я выбрал я танк, который в итоге поехал. Патом. Не видать Паттона. Паттон меня целит. 23. Ну, можешь его подсветить, я его сфотографирую? Да, вот он. Сейчас, секундочку. Примус, здорово. В следующий раз надо будет подсвечивать более аккуратно. Вылечок не попал, ай-яй-яй-яй. И я не попал, а он фугасами стреляет. Патон еще не знает, что ты там на бабахе? Нет, сейчас узнает. Бля, зачем, мне же не нужно сейчас, было. Сейчас он подымется, он-то думает, что отстрелялось и все хорошо. О, видишь, он не поднимается. Он лает меня. 7 секунд потом. Он стяжи сейчас пропушит. Там есть вариант подсветить его? Если он только сам вылезет. Видишь, не поднимается. Видишь, попадает блайндами. 268 стоит на месте. Спит. Так, тебе 340. ЛТшка под меня приехала. У Паттона, походу, еще это разведка стоит. Я с ЛТшкой разменялся. 12 секунд. Чпокнул. У меня все-таки, да? У меня когда быстрее, я его заберу. Возвращайтесь назад, тяжи. Все. Я на базу возвращаюсь. СТБ сам арту выпилит. Там 990, кстати, вошло. А, я понял. Вот давай быстрее. Да я перевернулся тут, но уже встал обратно. А кто ему 990, кстати, выписал? Ну кто мог выписать 990? Вот ты можешь не пиликать? Давай быстрее, блядь. Я же... Ладно. Я же могу уехать и спрашивать. И езжай, подсвети лучше здесь. Там 113 пока еще живет какое-то время. Не, на подсвет встал. Поедут, засветятся.
13-го уже сейчас лопнут с кормы. Нахер ты нам это все рассказываешь? Потому что он все уже не светит больше. Кирилл, давай, счастливо. Руслан, десятку по поводу чего купить десятку? На ЛБЗ или что? Добить бы шотного. Что за недолет? Кстати, у нас что-то стало все гораздо хуже, чем было. Ну, я могу танк добить, но меня сразу заберут. Не надо. Терпи. Витя, ты убиваешь 430-го? Он сейчас под меня подожмется, я вынужден стрельнуть буду. Меня засветили. Я его не вижу. За горы меня светит. Ой-ой-ой, я не туда поехал. Сейчас мне в любой момент могут высветить. То же самая тема. Ну, я успел спрятаться. Вазик, можешь посветить? Не знаю, я шотный. Юра, здорово. Спасибо за лайк. И что за шоу? Вазик. 6 секунд. Надо горы светить. ВЗ разобраться сначала. Отпустить его хотя бы хп поменьше, чтобы было. Сейчас я свечусь и уеду. Зачем ты на вазика поехал? Спрашивается. Светить. Я говорю, возвращаться надо сюда, светить этих. Блин, не успел уехать. Ой, блядь. Молодец, кот. Просто супер. А я ничего не сделаю, куда нафиг. Слушай, ну смотри, у нас арта может успеть кого-то подсветить, ну так, чтобы пульнуть. Арты у них нет. Есть возможность спрятаться? Ага. Черт, не туда арта поехала. Ему надо было наоборот. Он бы не уехал, он там пошел. Вазика не вижу ведь. Блять, ну куда снаряд летит? Слушай, они по прямой смогут заехать на базу к себе за минуту? Ну, только если вот так вот ВЗ поедет. Ведь просто там туси, не умирай, я. Что я? Ничего ты не сделаем, Миша. Налево вот сюда надо выезжать тебе, если есть возможность. Чтобы они тебя в клещи не взяли. У меня еще 5 снарядов. Слушай, ну так еще может быть, если ты не умрешь быстро. Thank you.
Сука. Не успел я. Ну что я сделаю? С таким КД. Так. Какие у меня шансы? Он первее на захват встает. Да, то, что он на захват встает. Это, блядь, промолчу я, ладно. Да я понял, что я бой слил, можешь не говорить. Да потому что ты, блядь, ну ладно. Хотел помочь. Кому ты, блядь, хотел помочь? Я ему дам тычку, и вы еще дадите. Кому ты, вот здесь, кому ты стал помогать? Для чего? Кому ты помог? Блядь. Там сразу все эксперты, было понятно, где он там сзади, спереди. Просто у тебя знаешь, в чем проблема, кот? Я тебе скажу. Когда я говорю уезжать, надо сразу уезжать. Чтобы было подсвечивать, чтобы я бы забрал СТБ. Ты едешь, подсвечиваешь кому? Во-первых, и ни эта арта не простреливает, ни Миша не простреливает. Я поехал подсвечивать. Кому ты поехал? Себе подсвечивать? Чувак на захват стал. Ну ты на через кусты, Миш, вот здесь. Я сейчас стану на захват и буду стрелять. Я, по идее, все три снаряда успеваю выстрелить. Нет, три не успеваю. Так, ну что, какие предложения? Ну, он вот здесь, где камень стоит. Где камень стоит? Там поломок нет никаких, всяких там этих пальмочек, нет, ничего не поломок. Какой камень? О чем ты говоришь? Я думаю, он стоит ближе. Я думаю, он правее чуть стоит вот здесь. На дальтеньке? Я думаю, все-таки ближе к краю, вот к кустам. Видишь, видишь, что здесь прям на базе две точки. С правой стороны точка. Вон там чуть-чуть с краю. Еще тычку успеваешь? Я не знаю, про какую ты точку говоришь. Где ты кинул? Ну кинь на самый зад туда, да и все. Была не было. А если он сейчас встанет туда, куда только что кидал? А пробуй кинуть в ту же точку, может быть он встанет сейчас туда специально. Да кидай вот здесь, да, кидай вот здесь. Вот! Хорош, обманул его. Ты бой выиграл. А говорят, снаряд два раза в одну точку не падает. А я где показал? Где у меня точка? Снаряды кончились, вот еще в чем прикол. Короче, блять, я пошел спать, с вами не проиграешь. Там спрашивают, какие у тебя модули на бабахе. Спрашивают. Вот что значит стрельнул в ту же точку. Вот что значит со взводной. Да. Только не из таких, как кот. О, начинается. Потому что ты не слушаешь. Меня бесит то, что ты не слушаешь. И это не первый раз. Дадут мастера, наверное, по новой. А, ты ж не светился, может быть, трейдера выдадут. Ну тебе, наверное, кто хорошо дали сейчас? Ты базу сбил. Медали дали, но вторая степень. Да, рейдер. Рейдер. У меня их 13 штук. Не знаю, много это мало. Ну что, Вить? Полная пачка медалек. Че? Давай, поехали. Последний бой.